Раз, два, три. Поехали. Был один зонтик. Ага. У зонтика не было детей. Причем здесь зонтик? Зонтик разве могут быть дети? Была одна женщина. У женщины не были чайники, она осталась у чайника. Не смогла чай пить. Потом у соседки пошла, у нее была. Она ей подарила и налила туда чай, и песок взяла, и пила, и пухнула. Как тебе не стыдно, я же это записал. Как тебе не стыдно? Ладно. Пришла кулек молока, пришла кошка, понюхала сахара и попила чай. И вдруг сердце плакало вот так. И сказала, что где мой чай? И побил кошку и злачки ее. И потом кенгуру псу сказал, я чем и кошку побили мою, потому что она мою чай выпила. Я ее сам побью. А вдруг она сказала, я не люблю, когда твоя кошка выбирается из твоего дома. Потом пришла помада. Пришел лев, съел обед, яичко съел, бутерброд съел, игрушки съел. Потом и пришел лев, посмотрел туалет. Потом и потом... Все, спасибо. Спасибо. За внимание. За внимание. Воздушный поцелуй. Спасибо.